предлагаем вашему вниманию диск пильный серия 37 для пиления фанеры. 250 диаметр, 72 зуба. У этого диска есть две особенности. Во-первых, у этого диска улучшенный корпус. А второе, у этого диска зубчики имеют форму заточки аксиальную. Ну, давайте на него посмотрим. Вот он поставляется вот в таком вот виде. Хорошо промасленный. Это является неким консервантом. И он будет у вас легко удаляться. Придется его немножко оттереть. Вот и так мы вот наконец-таки протерли наш диск. Все пазы забиты таким красным материалом, который не знаю для чего забивает, но как бы он легко удаляется. Отличительной особенностью является то, что зубчики у этого диска имеют аксиальную заточку. И этот диск как раз предназначен для распила фанеры. Не знаю, будет вам, не будет сейчас это видно. Вот, но форма заточки указана вот на лицевой стороне диска. Когда вы будете его отдавать в мастерскую, соответственно, мастера и специалисты будут понимать, под какими углами его нужно точить. И, как мы говорили, как я говорил, диск этот предназначен для распила фанеры и каких-то деликатных работ. Ну вот давайте сейчас и проверим, как он с этими функциями будет справляться. Для начала поставим его на станок. Давайте посмотрим, как он поработает на фанере. Плюс у меня вот есть заготовка. Это доска дубовая паркетная. И есть еще такой хрупкий материал, как лиственница крашеная. Вот на ней будут особенно хорошо видны, скажем так, вот все погрехи пиления. Вот давайте на этих трех материалах и оттестируем наш диск. Начнем с самого простого, с фанеры. Поперек. Значит, пиление поперек. Значит, верхний рез идеальный, нижний рез идеальный. Без вопросов, без каких-то изъянов. То есть очень ровная, чистая поверхность. Ну, чтобы убедиться, что так оно есть, проверим такую же операцию, проведем такую же операцию сначала на вот остатки паркетной доски. Дубовое покрытие. Распилим его сначала с одной стороны, а потом перевернем и распилим с другой стороны. Начнем сверху. Ну, в данном случае мы с вами проверяли пиление сверху. Рез идеальный. Он, вот мы прикладываем, нет никаких намеков на вот, чтобы какие-то претензии предъявить. Развернем заготовку. Как вы видите, даже снизу этот диск показывает исключительно отличное качество. Приступим, наверное, к самому противному материалу. Это лиственница крашеная. Тут мы сможем увидеть любой минимальный огрех. Рез сверху. Отлично. Опять с плюсом. Нет никаких замечаний, возражений. И даже вот видите, вот на выходе нет подрыва, что очень редко бывает. Развернем заготовочку. Ну, смотрим. И опять же мы получили идеальный рез. Вот, кстати, вот когда мы пилили, вы могли и по звуку услышать, что у нас был очень такой мягкий, шелестящий звук.
То есть вот два раза вот мы пилили заготовку сверху и снизу, никаких проблем. Крашеная лиственница – самый-самый противный и колкий материал. То есть если мы ставим любой другой пильный диск, мы получим какие-то подрывчики. Можем это сейчас продемонстрировать. Мы с вами только что тестировали и делали пробные резы двумя пильными дисками. Первый пильный диск вот справа от вас линия – это диск 35-250.60. И слева от вас рез – это пильный диск 37-250.72. А правый рез делается пилой пильным диском универсальным, левый рез – пильным диском для деликатных работ. У этого диска, как мы говорили, более качественное тело и аксиальная заточка зубьев. Итак, если вы хотите получить некую универсальность пильного диска, то есть получить один диск для разных работ, вы можете использовать пилы серии 35. Но если вы будете пилить такие деликатные покрытия, очень хрупкие покрытия, то рекомендуется брать пильные диски серии 37. Хочу отметить, что этот рез мы получили именно снизу. Не сверху, а снизу, то есть в положении вот в таком пилении. То есть в том месте, где происходят самые большие сколы и самые основные как бы неприятности. Уверен, что наши диски вам понравятся и точно подойдут в вашей мастерской.